Бахтеева Альбина. Я приехала из города Балашихи. Я являюсь основателем, генеральным директором и практикующим доктором, ортодонтом в своей клинике. Я сюда приехала за обучением, то есть для того, чтобы получить новую информацию, для того, чтобы получить новый глоток информации, который мне нужен будет для моей работы. Потому что много что я знаю, как практикующий доктор из своей практики, работаю я 12 лет врачом, и что-то мне нужна новая информация для организации той деятельности, которой я занимаюсь. Здесь я хотела получить то, что мне будет необходимо, тот недостающий пазл, который я могу использовать в своей деятельности. Потому что я, опять же, учитывая то, что я практикующий врач, у меня нет тех знаний, которые нужны в организации, в управлении. Я получила много новой информации, я обязательно это применю в своей практической деятельности. Я приеду, займусь, естественно, теми пробелами, которые у меня существуют, они существуют, они достаточно глобальные. Я займусь своими администраторами, своими докторами, маркетологом в первую очередь. Я поняла, что там у меня самая большая проблема, которую нужно обязательно восполнить, потому что реклама – это двигатель торговли, да, мы это понимаем. Конечно, я очень благодарна организаторам, благодарна всем тем людям, которые участвовали в организации данного мероприятия. Очень хорошие остались у меня впечатления. Буду делиться с коллегами. Спасибо. Я получила ответ на вопрос касательно маркетинга, потому что я, да, у меня есть специалист, да, он вроде бы что-то делает, но я поняла теперь, что, скорее всего, я его уволю, потому что он ничего не делает, потому что это главное, что я поняла из практической с этих двух дней. Потому что очень важно и туда уделить внимание, и сюда, то есть то, что нам рассказывали лекторы, все очень важно, и, естественно, нужно это все применять, чтобы были там рост продаж, да, рост там числа первичных пациентов и так далее. То есть там у меня был огромный пробел, и теперь я просто ему, там, допустим, верила его, слушала ему, и это был для меня там бог и станция последняя. Сейчас я поняла, что нет, теперь я знаю много чего, и я это просто буду брать в свои руки, контролировать. Да, я рассчитывала. Да, я хотела получить знания, получить опыт. Самое еще очень важное, ключевое, что для меня я не сказала, это я познакомилась с кучей людей, с участниками, которые являются также там организаторами, основателями своих клиник, которые делились своим опытом. Я очень много получила, конечно, информации на учебе, но что я не могу ни в коем случае не отметить, это тот колоссальнейший опыт, который я получила от своих коллег. То есть у меня появились контакты, я могу с ними общаться, я могу делиться своим опытом. И эти все коллеги, участники, они ни в коем случае не наши конкуренты, это наши коллеги и друзья, которыми мы можем просто помогать друг другу. И все. Я рекомендую посетить учебу другим директорам других клиник, руководителям, кураторам, даже, может быть, администраторам, потому что здесь было очень много информации касательно именно администрирования клиники, которая, опять же, важна для первичных пациентов, потому что с них складывается вся наша там, выручка и все прочее. Всем рекомендую, в принципе, всем. Пожалуйста, приезжайте, получите много новой интересной информации.